Сейчас у нас май месяц, огородный сезон, и нам приходится в своем саду и огороде бороться с разными вредителями. Ну, там тля и прочие нехорошие такие моменты. Есть, конечно, куча всяких гербицидов, там, ядов и прочее. Ну, можно ими, конечно. А можно нетрадиционными средствами. Вот в качестве нетрадиционного средства мы используем всем известную кока-колу. Вот она. Что для этого надо? Надо вскрыть бутылку. Как раз добавим сюда немножко жидкого мыла. Можно добавлять, например, мыло натереть, в воде чуть-чуть развести, чтобы оно было такое жидкое, кашица такая, сюда влить. А можно просто вот взять или фейри, или косметическое жидкое мыло и сюда вот немного влить. Для чего? Мыло будет задерживать раствор кока-колы на листьях ваших деревьев, кустарников и прочее. То есть оно не будет скатываться с листьев моментально, а будет задерживаться. И товарищи, которые живут на этих листиках, тля, например, либо их рассадники, муравьи, будут ее слизывать и погибать. Обращаясь к молодежи, которая, собственно говоря, любит пить кока-колу. Видите, даже тля погибает от этого напитка, а вы все пьете. Вот наша ядовитая отрава из кока-колы отстоялась. Вот. Вот на солнце, видите, как играет? Это жидкое мыло в ней. Блики такие придает. Вот. Все пузырьки газа отсюда вышли. Теперь это заливаем. Вставляем распылитель. Вот сколько тли. Вот, видите, вот эта зеленая мохнатая, это все тля. Сейчас мы ее будем. Так вот уничтожаем тлю. Боремся с нею.